Я чувствую себя превосходно. Ура. Так, зеленый. Слишком превосходно. Так, ну что ж, настраиваем денежку собрал. Так. Этого у меня достаточно. Этого у меня достаточно. Этого у меня достаточно. Так, тут вставляем ключ третьего уровня. Так. Давление слишком низкое. Нужно отыскать способ открыть воздухопровод. Ну-ка, давай. Здесь открыто, здесь открыто. Теперь смысл надписи ясен. Смешай фрукты Вораций и фрукты Гладиаты, дабы увидеть то, что скрыто. Другими словами, ты увидишь свет. Ну, это если, короче, смешаешь, то здесь вот будет проступит цифра 1, а здесь цифра 8, по-моему. На селеницком языке. Так, открыть воздуховод. Так. Открыть воздуховод. Так, что-то... Надо с чайником поговорить. Так, это куда-то не отсюда. Ну, здесь будет. Что-то там чайник рассказывал, что нужно. Нажать символ воды. Это чтоб давление воды.
одну строке, одну строку. Вот. Вода течет направо. Сюда. Вода течет направо. Вода течет налево. Работает. Ну что, селенитов будем звать. А их три. Один на входе, наверху. И два здесь, на полях. Как только дверь открывается, лунное существо устремляется в отверстие и исчезает в глубине. Двери остались открыты. Должен ли я воспользоваться случаем и зайти внутрь? Нет, надо еще двоих.